Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня провожу 3 трансляции. Одну сейчас, а вторую поздно вечером в 20 часов и 20:40. Вот все трансляции касаются зрения. Я хочу рассказать вам о вот таком бинокле номер 2 по Луге. Здесь у него отверстие без пробок, а с другой стороны просверлены 2 отверстия по расстоянию вашему между вашими оптическими осями. Это у меня 69 мм. Диаметр отверстия 10 мм. 10-11. Распилено круглым напильником по центру. Для чего я использую? Я смотрю на солнце для того, чтобы сделать оси параллельно. Но он может также послужить вам проверочным таким инструментом для того, чтобы узнать, какой у вас глаз лучше видит и насколько вы его зрение улучшили за счет занятий. Сейчас я вам покажу 2 картинки, которые сейчас я вам их покажу с экрана. Пожалуйста. Вот смотрите, если вы смотрите в бинокль на солнце или на лампу, и у вас, что в левом глазу, солнце имеет одну и ту же форму, без всяких протуберанцев, и в правом глазу одинаковая картинка, значит, у вас, когда вы бинокль уберете, в мозгу построится средняя арифметическая между этими двумя изображениями. Теперь, если у вас правый глаз хуже видит, и у него картинка размытая, значит, у вас в мозгу будет наложение вот этих двух картинок, и не поймешь что. Поэтому, когда вы вот этот правый глаз будете исцелять, отдельно от левого, потому что с левым заниматься? Можно заниматься с одним глазом. И вы будете как через какое-то время у вас будет исправляться зрение. Так что нужно делить проблему пополам. Видно, что надо заниматься одним глазом. А если другой глаз плохой, значит, надо обеими глазами заниматься по очереди. И со временем у вас картинка будет вот такая. Вот. Поэтому я сделал вот такой вот видеофильм для того, чтобы вы сделали самостоятельно бинокль. Ссылку на то, как его сделать, я дам комментарии к этой трансляции. Это все, что я хотел вам рассказать. Также в комментарии вы можете найти книгу Уильяма Горация Гейтса «Как улучшить зрение без очков». С вами был Николай Полыга. Включайтесь в конференцию в 20 часов и 20:40.
Здоровья вам и прощения.